Северной Македонии и Баренцевые острова. Мы благодарим вас за то, что вы пришли сегодня на стадион поддержать команды и посмотреть данный матч. Пожелаем обеим командам удачи. Мы надеемся, что вы будете наслаждаться игрой, и команды продемонстрируют великолепный футбол, который пройдет в духе уважения и честной игры. Пожалуйста, помните, что в футболе нет места расизму. Уважаемые зрители, убедительно просим вас соблюдать меры предосторожности и использовать медицинские маски на территории стадиона, в том числе и на трибунах. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Spartak Stadium in Mogilev for the 2022 UEFA European Women's Under-19 Championship Round 1 match between the national young women's teams of North Macedonia and Faroe Islands. We thank you for coming to the stadium today to support the teams and watch this match. We wish both teams the best of luck. We hope that you will enjoy the game and the teams produce a memorable performance played in accordance with the spirit of respect and fair play. Please remember that there is no place for racism in football. Dear spectators, we kindly ask you to comply with preventive measures and use medical masks on the territory of stadium, including the places for spectators. Главные тренеры команд определили следующие стартовые составы. The head coaches of the teams have chosen the following line-ups. Команда Северной Македонии. North Macedonia team. Игрок под номером 1, play number 1, Берна Кабачи. Игрок под номером 3, play number 3, Анита Джакси. Игрок под номером 4, капитан команды, play number 4, is team captain, Эдина Сулеймани. Номер 6, play number 6, Анна Мичевска. Номер 7, play number 7, Виктория Недева. Игрок под номером 8, play number 8, Эра Стеблева. Номер 9, play number 9, Тея Башиновска. Номер 10, play number 10, Теодора Михаловска. Номер 11, play number 11, Оливера Цакпеска. Номер 13, play number 13, Радица Велкова. 15 номер, play number 15, Кристина Майорска. Запасные игроки команды. Substitutional players. Игрок под номером 12, play number 12, Яна Люба Зреска. Номер 2, play number 2, Александра Яновска. Номер 5, play number 5, Саня Перченковска. Номер 14, play number 14, Ангела Запировска. 16 номер, play number 16, Мия Головска. Игрок под номером 17, play number 17, Баяна Левкова. Номер 18, play number 18, Бригена Шакири. 19 номер, play number 19, Даяна Рисковска. Игрок под номером 20, play number 20, Сара Эфтингьевска. Главный тренер команды, the head coach of team, Астрид Мерка. Команда Фарерские острова. Faroe Islands team. Игрок под номером 1. Player number 1. Эйбьор Рейнслад. Номер 2. Player number 2. Малина Олсен. Номер 3. Player number 3. Виктория Фунистер. Номер 4. Player number 4. Уильямс Дал Кристиансен. Team captain. Игрок под номером 6, play number 6, Лив Руанатир. Номер 7, play number 7, Сарита Петерсен. Номер 8, play number 8, Берита Расмусен. Номер 9,
player number 9. Zudit Erit Zatir Rasmussen. 11 номер. Player number 11. Esther Elisgard. Номер 13. Player number 14. Сара Лидеренда. 16 номер. Player number 16. Мария Йохансен. Запасные игроки команды. Substitutional players. Игрок под номером 12. Player number 12. Марита Лисберг. Номер 5. Player number 5. Кристина Даниэль Затир Галстайн. 10 номер. Player number 10. Ирина Аскарджин. Номер 14. Player number 14. Анита Дарино. Номер 15. Player number 15. Йорун Туни Петерсен. Номер 17. Player number 17. Ронья Эленсен Марицен. Игрок под номером 18. Player number 18. Нэнси Эйнарсон. Главный тренер команды. The head coach of team. Петер Клеменсен. Сегодняшний матч обслуживает судейская бригада в составе. The referees for the match are главный судья матча. The head match referee is Mikhail Diakov from Poland. Помощники судьи. Referees assistants are Kinga Witowska from Poland and Valentina Sokolovich from Belarus. Четвертый судья. The fourth official is Alena Konopnikova from Belarus. Delegate function. The UEFA match delegate at this match is Abeyan Knari from Armenia. Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья! На Могилевском стадионе «Спартак» уже очень скоро стартует вторая игра первого игрового дня чемпионата Европы в лиге B1 среди девушек до 19 лет. Ну и в этой встрече встретятся сборные Северной Македонии и Фарерских островов. Мы давайте с вами сейчас послушаем гимны этих стран, ну а потом уже продолжим эфир. Звучит гимн Фарерских островов. The national anthem of Faroe Islands. Ну что ж, друзья, гимны звучали, давайте мы обратимся к главным действующим лицам нашего сегодняшнего поединка. Ну, будем надеяться, что он станет интересным, он будет не таким, как первый, в котором сборная Беларуси обыграла Кипр со счетом 6-0. Ну, естественно, болельщики нашей команды радуются, да, такому успеху и... Наверное, рады, да, что именно в таком ключе игра протекала. Ну, наверное, для нейтрального зрителя, в общем-то, поединок не выдался очень уж интересным. Ну вот, будем надеяться, что явят совсем другой футбол, бескомпромиссный, интригующий и зрелищный. Сборная среди девушек до 19 лет Северной Македонии и Фарерских островов. Арбитры сегодняшней встречи. Главная на поле полька Михайлина Дьяков, ее помощница, соотечественница Кинга Квитовска, второй помощник белорусская Валентина Соколович, ну и четвертый рефери тоже белорусская могилевчанка Елена Коноплянникова. Давайте быстро о составах. Фарерские острова, в воротах сегодня Эйбьорг Рейнслаг, дальше по номерам у Рейнслаг, естественно, на спине номер первый. Второй Малена Ольсен. Номер третий Виктория Фунингстоу. Номер четвертый капитан команды Виллемеус Валь Кристиансен. Номер шестой Лив Руннадотер. Номер седьмой Сарита Петерсон. Восьмой Брита Расмуссен. Девятый Джудит Расмуссен.
номер 11 Эстер Эллингсгард, 13 Сара Лидеренда, ну и номер 16 Мария Йоханссон, главный тренер Фарерок Петур Клеменсен. Состав сборной Северной Македонии. Голкипер номер 1 Берна Кабакчи, 3 Линда Идризи, номер 4 капитан Эдина Сулеймани, 6 Анна Мельчевска, номер 7 Виктория Недева, 8 Эра Стаблева, 9 Теа Божиновская, 10 Теодора Николовска, 11 Оливера Цоклеска, 13 Радица Велькова, номер 15 Кристина Мойсоска, главный тренер Астрид Мерко. Ну что ж, девушки, последние дают установки самим себе перед этим матчем. Безусловно, я уверен, настраивая, да, друг друга на бескомпромиссный бой. Ну и думается, что как раз-таки вот эти, не думается, а так оно и есть, эти сборные Фарерских островов и Северной Македонии станут главными соперниками в борьбе за путевку в Лигу А нашей белорусской сборной. Поэтому, естественно, для тренерского штаба нашей команды поединок очень интересный. Естественно, наши тренеры здесь, на этом стадионе. Ну что ж, Фарерки начинают с центра поля. И давайте мы, наверное, присматриваться вот к этим командам и определять, ну, в каком вообще стиле обе дружины будут действовать. Ну, естественно, что Балканки очень, как и любая Северная Македония, как и любая другая балканская сборная, будут уповать прежде всего на самоотдачу, самоотверженность, где-то, может, какие-то такие действия, знаете ли, из-под тишка. Ну, посмотрим, может быть, еще в этом возрасте они этому не очень-то и обучены. Ну, по Фареркам здесь, конечно, их крен будет в сторону скандинавского футбола, думается мне. Ну, поэтому посмотрим. Я думаю, что вот как раз-таки, глядя на атлетичность этих девушек, вот как раз-таки в силовой борьбе они будут превосходить македонок. Но посмотрим. Все, конечно же, явит нам игра. Виктория Недова. Левый защитник вот своим центральным оборонцем мяч передает. Ну и какая ошибка здесь. Да, могло тут все очень закончиться плачевно для македонок. Но вот скорости в женском футболе, вы сами понимаете, не самые высокие. Поэтому не смогла там Фарерка распорядиться мячом как следует. Вот сейчас снова же она с мячом встретилась. Это Малена Ольсен. Второй номер, да, любопытно. Она где-то тут, наверное, играет под нападающий свои единственные. Вот такой нехарактерный номер у этой девушки на спине. Да, как вы знаете, 6 групп в Лиге Б чемпионата Европы. Об обновленном формате уже в сегодняшнем эфире матча Беларусь-Кипр рассказывал. Ну и только первое место устроит команду, которая хочет попасть в Лигу А. Ну, знаете, еще лучшая команда из занявших вот второе место среди всех 6 сборных тоже она квалифицируется в Лигу А. Но, если честно, я думаю, что никому бы до этого дела не хотелось бы доводить, считать вот эти забитые мячи, разницу. В общем, все это очень тяжело и... Так, это, знаете, воля случая здесь вмешивается. Поэтому, конечно, лучше свою задачу решать, занимая первое место. Мяч в центре поля. Ну и видим мы, сколь вот по первым минутам много технического брака в исполнении девушек. Ну, естественно, давайте не забудем, что это первый матч этого турнира для команд. Тем более, что играют они обе не дома, поэтому нужно приноровиться к этой нашей белорусской атмосфере. Достаточно холодно Могилеве. Но я не думаю, что это проблема большая для Фарерок, да, где у них всегда не Ташкент. Но тем не менее, в общем, акклиматизацию, адаптацию вот к игровым условиям, уже к соревнованиям, соревновательным условиям никто не отменял. Мяч из аута будет вводить Анида Идризи, левый защитник сборной Северной Македонии.
вбрасывает она на Оливеру Цоклескую. Ну и там мяч вперед отправила безадресно. Эта передача получилась. Ну и здорово комбинируют, видите вы, в центре поля Фарерки. Только вот, конечно, эта передача очень уж, ну, не знаю, от Марии Йоханссон получилась сильной. Голкипер здесь Фарерок вступила в игру, но опять же, вот не клеится как-то мяч к ногам Фарерок или Македонок, ну, в данном случае сегодняшних номинальных гостей. Ну и снова здесь такая вот борьба, не знаю, можно ли говорить за инициативу, наверное, борьба с самими собой сейчас присутствует больше. Ну и положение вне игры фиксирует Михалена Дзьяков. Польская рефери сегодняшнего поединка. Ну, давайте скажем, что 5 из 6 матчей этой группы B1 пройдут здесь, на Могилевском стадионе «Спартак». Естественно, что все матчи белорусская сборная здесь проведет. Ну и поединок, который состоится уже в последний турнирный день, 26 октября, сборные Кипра и как раз-таки вот Северной Македонии сразятся на Могилевском стадионе «Спартак», только уже в городе Шклов. Ну, не так далеко до Могилева. Может быть, кто-то из могилевчан там окажется вдруг. Ну, я думаю, что, скорее всего, шкловчане едва ли слишком уж искушенные, да, избалованные вот такими матчами международного уровня. Пусть, да, это женский футбол, но, тем не менее, придут и, наверное, ну, посмотрят за этим поединком. Но мы давайте будем смотреть наш. Пока что смотреть мало есть на что. Как-то какой-то такой, знаете, бей-беги, дыр-дыр, как называют во дворе. Ну, очень как-то тяжело, я бы так сказал, вкатываются обе команды в этот поединок. Но здесь нарушение правил Дьяков со стороны Фарерок зафиксировала, поэтому штрафной удар в их ворота назначается. Ну, все футболистки Фарерских островов представляют именно эти клубы. Ну, вы знаете, вы, что очень такое скромное население, на Фарерах более 50 тысяч там живет, но, тем не менее, имеется в истории у нас поединок, в истории сборной Беларуси до 19 лет, когда вот проиграла наша команда именно вот Фарерком. Ну и тогда, помнится мне, очень не так серьезные разговоры шли по поводу того, да, вот сразу же люди сравнивают численность населения и говорят, мол, ну как так, да, 10-миллионная страна против вот такого, ну скажем, даже не областного центра, да, по населению. На Фарерских островах, повторюсь, там чуть больше 50 тысяч людей проживают, но вот мы им проигрываем. Но, наверное, не всегда вот количество переходит качество. Давайте тоже сборную Исландии и мужскую, и женскую вспомним, насколько здорово вообще эта команда выступает на мировых и континентальных форумах. Так что посмотрим. Да, здесь обратилась сейчас Дьяков к Оливере Цоклеске, мол, да, нужно очень аккуратно играть вот со своей опекункой, будем так говорить. Ну и здесь спокойно дает мячу уйти. Вильямеос Даль Кристиансен. Это была четвертый номер Фарерок. Мячу уйти за лицевую линию. Ну и посмотрим. Сегодня у голкипера сборной Кипра, ну, знаете, мягко говоря, большие проблемы имели с вводом мяча в игру от ворот, да. Ну, давайте, наверное, мы, да, не будем эту тему сборной Кипра и тему их голкипера поднимать. Просто посмотрим, что, ну, так тоже не очень-то далеко. Эйюбьорг Рейнслаг мяч от ворот своих вынесла сейчас. Ну, будем смотреть. Ну вот, говорил, опять же, мы, наверное, будем в проекции часто через нашу сборную говорить про сегодняшние команды, которые мы сейчас вот именно видим на
экранах, да, смотрим футбол на YouTube-канале Белорусской Федерации Футбола. Говорил Владимир Шинська, главный тренер нашей команды, что вот как раз-таки матч Северной Македонии, единственной команды именно вот этого генерации девушек, удалось посмотреть. Играла она с албанками, товарищеский матч летом этого года, победила 1-0, поэтому, ну вот, к Северной Македонии как раз-таки белорусские готовы, наверное, наилучшим образом. Ну и на самом деле здорово, что вот жребий выпал играть против, ну, слабенькой, будем откровенны, сборной Кипра. А теперь будет возможность вот изучить еще и Фареры, да, по ходу первого и второго туров. Да, ну и, соответственно, увидеть Северную Македонию еще раз уже, как говорится, вживую. Поэтому, ну, наверное, для нашей сборной, для нашего тренерского штаба расклад просто лучше не придумаешь. Ну, понимаете вы, друзья, что из-за ковида сборные многие не играли, но вот киприотки вообще не собирались 2 года, только начали в сентябре готовиться к этому отборочному раунду. Ну, и, соответственно, не было больших резонов там часто собираться и, ну, как сказать, в прошлом году часто собираться также и этим сборным. Ну, я знаю, что вот те же северомакедонки играли, насколько я понимаю, со сборной Болгарии летом. В общем-то, были матчи, ну, и к этому турниру эти команды, ну, скажем так, отнеслись более профессионально, более серьезнее, нежели Кипр. Тем временем у нас практически 10 минут кануло в этой игре. Ну и был у нас момент здесь около ворот Берны Кабакчи, видели мы не так давно, но там на самом деле ничего экстраординарного не случилось, но тем не менее, ну, первый момент все-таки сборная Фарерских островов создала, полумомент, будем его так называть. Да, получилось здесь по лицу игрок Северной Македонии. Ну и поэтому у нас в матче пауза. Ну и здесь вот как раз таки с Викторией Недевой Валентина Соколович пообщалась. Но Недева мяч уступила все-таки своему партнеру по команде, да, Анидзе Идризи, левому защитнику. Ей все-таки как-то мяч вводить из аута сподручнее. Ох, какой момент здесь, да, мог случиться. Могла здесь подкараулить ошибку 9-й номер Джудит Расмуссен. 9-й номер Фарерских островов, да, нападающая. Но вратарь ее опередила все-таки. Мяч в центре поля, да. Ну, может быть, сейчас у македонок что-то получится. Нет. Снова потеря. И попытка от девушек с Фарерских островов здесь что-то придумать, но они правила, македонки, конечно же, правила нарушают, поэтому еще один штрафной мы с вами увидим. Готовится мяч вести в игру капитан сборной Фарерских островов Вильямсдаль Кристиансен. Ну, это прям, наверное, попытка пробить, да, ну, совсем уж, наверное, оригинально решила распорядиться этим стандартным положением Даль Кристиансен, прошу прощения. Ну и, да, наверное, ну, не совсем верное решение приняла. Ну, может быть, да, хотела как-то врасплох застать Берну Кабакчи. Кстати, Берна Кабакчи
Македонка, голкипер, она единственная, кто выступает не на родине, если исходить из информации в официальной программе. И знаете, где она играет, друзья? Вот честно, я думаю, что долго бы, если бы вот была возможность, да, долго бы вы гадали. Она выступает за иранский Барк. Любопытно. Девушка 2004 года рождения. Остальные тоже, как и Фарерки, все представляют команду, клубы Северной Македонии. Ну и снова здесь штрафной удар, и снова у мяча Даль Кристиансен. Далеко вперед, наверняка будет она, да, мяч отправлять. Там не поборолась за него почему-то Малена Ольсен. Ну и что, оборотка здесь получится. У Македонок стремится вперед на всех парах Теа Боженоска. Боженоска, видите вы? Да, но вот развить скорость и все-таки попытаться действительно реальную угрозу воротам Фарерок создать не получилось. Поэтому да, но пока что мы так в режиме ожидания опасных моментов находимся. Но будем надеяться, они все же очень скоро будут у нас. Ну а пока удар от ворот. Выполнит Рейнслаг, голкипер сборной Фарерских островов. Мяч на половине поля Фарерок, да, из обороны выйти им пока что не удается. Не торопится. Восьмой номер, да, это была Берита Расмуса. Вот снова она же сейчас будет выполнять вот мяча из аута. Да, ну и неудачно. Неудачно это делает. Очень неудачно. Поэтому мяч переходит к македонкам. Анита Идризи. Уже хорошо нам знакомая. Выполнит хорошо ей знакомую процедуру. Ошибается, да, вратарь сборной Фарерских островов. И здесь может быть очень опасный момент и хороший момент. Кстати говоря, первый опаснейший у ворот сборной Фарерских островов возникает. Пробивала Теодора Николовска. Но Расмуссен, Рейнслаг исправилась. Здесь, да, верно выбрала позицию. Ну и что, может быть и ответ от Фарерок наступит. Малена Ольсен на штрафной площади. Попытка пробить, не получается этот удар. Блокируется он македонками. Ну а теперь уже заброс. Да, и перелетает там игровой снаряд Марию Йоханссон. Да, так бы, конечно, я думаю, если бы там на грудь или на голову ей прилетел, были бы у Кабакчи проблемы, да. Ну вот обменялись командами полумоментами или же потенциальными моментами. Ну здорово там на самом деле пробивала Николовская. И это очень хороший был момент, перспективный для того, чтобы счет открыть, да. Ну вот, наконец-то активности и остроты у ворот соперника мы дождались, да, с вами. Ну, то ли еще будет. Надеемся на это. 18-я минута нашего поединка. Уходит. Сейчас десятка македонок во фланг. Николовска та самая. Но этот заброс ни к чему не приводит от Николовски.
аут в пользу Фарерок. Далеко попыталась вбросить футболистка из Фарерских островов этот мяч. Ну, получилось, вы сами видите, как. И попытка уже соперниц. Вязкая такая достаточно игра, да. И, видите вы, большинство футболистов в центре поля как-то не широко не располагаются. На самом деле, что очень так удивительно, потому что фланги-то нужно задействовать, да, фланги в футболе. Это очень важная штука, говоря так уж совсем банальные вещи. И тем не менее, как-то так больше стараются через центр футболистки проходить. Ну и, наверное, да, в таком случае приходится больше уповать на некие ошибки соперника невынужденные. Ну и, может быть, на стандартное положение. Вот сейчас мы увидим как раз-таки еще один штрафной, и сборная Фарерских островов его заработала. Ни к чему он не приводит. Отбиваются македонки. А, немножко. Не чуточку совсем ошиблась Валентина Соколович наша. Ну, ничего страшного. Это небольшая помарка. Благо, ее более опытная коллега из Польши Михалина Дьяков помогла своей помощнице. Да, хорошее такое выражение получилось. У меня помогла помощница. Давайте смотреть дальше за нашим поединком. А у нас Эстер Эллинсгард тут пыталась навязать борьбу. Пыталась пройти вперед, но не получилось. Да, ну, естественно, друзья, вы понимаете, что большого, да, зрительского интереса, вот матч начинается в 19 часов, сборная Беларуси в нем не принимает участие, ну и тем более, что сегодня среда, здесь, конечно, ну, на стадионе, в общем-то, если так вам сказать, ну, совсем никого нет. Там, может быть, на трибунах, ну, я не говорю про тех людей, которые должны присутствовать на матче обязательно, да, так вот, чтобы кто-то пришел, посмотрел на матч этих, ну, может быть, человека 3 здесь есть, так я вот окинул взором трибуны. Да и погода, честно говоря, ну, не совсем летно. Нарушение правил со стороны Фарерок и штрафной удар. Мяч в центре поля. Ну, такой небольшой кикс от центрального защитника сборной Фарерских островов. Идет вперед у нас Оливера Цоклеска. Ну и Николовская, еще один удар от нее на месте Рейнслаг. Да, уже вот Николовску нужно эту вот десяточку, такую субтильную девушку, обратить на нее внимание, да. Несмотря на эту самую худобу, может быть, где-то, да, для футболистки, ну, удар у нее достаточно хорошо поставлен. Ну, во всяком случае, дважды уже в створ она попала. Даль Кристиансен. Далеко вперед. И это аут.
Да, конечно, мало зрелищности уж совсем, как-то вот после этих двух ударов по воротам, ну, сейчас, правда, третий раз пробил еще раз Николовска, и все, да, как-то, ну, совсем уж мяч, опять же, не держится у девушек, ну, не знаю. Да, скучновато, честно говоря, тут главное не заснуть, так, такие матчи смотришь. Ну что, может, пробьет тут 15-й номер? Да, пробивает. И мяч через перекладину. Вот так Рейнслаг перевела. Ну, наверное, вашему комментатору нужно больше ныть так вот. Для того, чтобы ну, футболистки просыпались, будто бы меня слышали. Ну и решительные действия предпринимали. Пробивала 15-й номер Кристина Мойсоска. Футболистка Северной Македонии. Ну и Николовска будет подавать с углового. Ну и не решилась мяч ловить. Вот так вот перевела его через перекладину. Рейнслаг. Ну, мяч мокрый, да, все-таки тоже это нужно учитывать. Поэтому, ну, наверное, приняла правильное, единственное правильное решение в этой ситуации. Решила не рисковать. Ну что ж, смотрим за этим угловым. 25-я минута у нас на табло. Счет матча Северная Македония — Фарерские острова не открыт. Подача. Но пока что до удара дело не доходит. Можно здесь, да, сбросить. Так и делает футболистка сборной Северной Македонии. И Цаклеска. Ох, какой момент. И все-таки македонки забивают, но положение вне игры. Да, этот мяч не будет засчитан. Да, нужно музычку, конечно же, на «Спартаке» убрать. Это не гол. Друзья, музыку, пожалуйста, убираем. Потому что положение вне игры было зафиксировано. И... ну, в любом случае, да, для Северной Македонии хорошо, что мяч в воротах побывал, это хороший знак. Рейнслаг вводит мяч со свободного. Неудачно это делает голкипер, дарит мяч сопернику. Хороший момент, да, здорово, здорово все здесь сделали македонки. Цаклеска... мяч в руки отправила Рейнслаг. Да, ну, мне кажется, что есть у нас резон говорить. Македонки пытаются прибрать инициативу к своим ногам. Ну и свидетельством тому вот эти вот все моменты, да. И опять же этот самый гол из положения вне игры. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Но пока, опять же, Рейнслаг Эйюбьорг, первый номер сборной Фарерских островов, да, не спеша устанавливает мяч в пределах площади ворот, ну и будет выполнять удар от ворот. Николовска мячом овладевает, да, передача назад, там была Идризи, подключилась она, да, ну вот мяч, когда на трибунах, обычно его могут подать, но вот на трибунах никого нет, поэтому придется вот болбою сходить за ним самостоятельно. Идризи, мяч у нее в руках, как обычно, мы к этому уже успели привыкнуть за полтайма. Ну, а здесь вот попытка финтами уйти Николовски. Попытка неудачная. Соперницы все это раскусили. И Даль Кристианс. Это белокурая девчонка. Опять же, будет выполнять удар со штрафного. Удар в никуда. Так говорят иногда. Вот как раз таки тот случай. Даль Кристиансен едва не ошиблась. Ну и там оказалась на футбольном поле.
в горизонтальном положении, футболистка из Северной Македонии. Но тут же она поднялась с газона. Это у нас Теа Божиновска. Аут в пользу сборной Северной Македонии. Придется повторить игроку в оранжевой или желтой форме. Какой тут цвет? Оранжево-желтый, будем так говорить. Но обычные цвета Северной Македонии. Николовска, мяч головой переводит. Да, там все-таки... Да. Не знаю, чем вызвана остановка в игре. Ну, в общем, Идризи. Опять же, с мячом в руках. Да, там, видимо, аут неправильно Фарерки вели, поэтому мяч перешел к македонкам. В центре поля здесь оказалась девятка Фарерских островов. Давайте скажем, что это Джудит Расмуссен. Ну и сейчас на всех парах мячу стремится Сара Лидаренда. Но македонки отбиваются. Велькова. Велькова идет вперед, делает пас. Да, Николовска там открывалась. Десятка. И показывает она сейчас, что во фланг нужно сделать передачу. Идризи так и поступает. Ну вот, может быть, мы несколько Николовску Теодору перехвалили. Как-то она не совсем удачно играет вот последние минуты. И желтая карточка сейчас будет предъявлена игроку сборной Фарерских островов. Сейчас мы разберемся, кому конкретно. Да вот за это нарушение правил. Первая желтая карточка у нас, это ее получает третий номер Виктория Фунингстову. Первое предупреждение, ну и помощь там македонке потребовалась, поэтому ну, такая небольшая пауза наступает в матче. Можно встречу возобновлять. И сейчас Рейнслаг вся во внимании, да. Вот эти дальние удары мы сегодня в исполнении македонок уже видели, но, может быть, количество перейдет в качество. Ох, какой момент! Ну и да, ошибается Рейнслаг, и Николовска все-таки своего добивается. На 33-й минуте выходит команда Северной Македонии вперед. Да, фиксируем мы, конечно же, ошибку голкипера, но, в общем-то, не сложный мяч, и летел он как раз-таки по позиции вратаря, выронила его Рейнслаг, ну и уже Николовска первая подоспела на добивании, ну и
Ну, не знаю, стоит ли, конечно. Может быть, некоторые есть претензии к игрокам, которые не уследили вот за добивавшей мяч в сетку футболисткой, за Николовской, но прежде всего, конечно, здесь голкипер ошибся. Ну, роль вратаря вообще в женском футболе, она даже выше. Даже выше, нежели в мужском. Ну и вот это как раз таки лишнее свидетельство. Так что вот так Северная Македония где-то, наверное, ну минуты, может быть, с 15-й стала активно, да, пытаться брать игру под контроль, ну и вот своего добилась. За 12 минут до окончания основного времени первого тайма. Не так и много еще командам провести на поле. Ну и не сказать, что это, да, мяч в раздевалку, но опять же Фареркам, вот судя по тому, что мы видим в первом тайме, ну придется тяжеловато отыгрываться. Сейчас на футбольном поле оказалась Малена Ольсен. Против нее правила нарушили. И сама же пострадавшая будет исполнять это стандартное положение. Да, наверное, будет она, как и прежде, как и капитан Даль Кристиансен, грузить туда мяч. Но главное, ну, хотя бы его поднять повыше, потому что в ином случае он всегда к сопернику попадает. Вот так и получилось в этот раз. Но там просто поскользнулась Ольсен. И это стало причиной такой вот ошибочки небольшой. Николовская, автор гола, играет поперек поля. Цоклеска. Ну и снова Николовская. Ну да, как-то уж. Вот опять же, стандартное положение, да, вот сыграло свою роль и ошибка вратаря. Ну а так, в принципе, ну команды, ну мало. Мало чего интересного могут вот на суд зрителя предложить. Честно говоря, вот так не кривя душой скажу, что ну, самое благоприятное впечатление вот, по прошествии, опять же, первой игры этого турнира, ну и вот 35 минут второй, оставляет именно наша сборная, сборная Беларуси. Но да, давайте, наверное, не будем мы торопить события. Даль Кристиансен заброс, выходит из ворот Кабакчи и мяч фиксирует в руках. И далеко вперед, за центр поля, вратарь его выносит. Там никто из партнерш по команде за него вроде как не зацепился. Нет, но делает это Цоклеска на Идризи, где там Николовском. Ее уже сразу взглядом ищем, но ее на поле, в том месте на поле не было. Вот сейчас Николовска с мячом. К лицевой проходит, ну и нужно простреливать. Нет, мяч не вышел, да, за пределы поля. Тут же снова им обладевают македонки, да. Настоящая такая, ну, мини-осада, что ли, владение. Рейнслаг. На сей раз уже правым флангом атака македонок развивается, но мяч там в аут ушел, да. Не совсем получилось здесь развернуть игру вот именно другим флангом. Ну и сборная Фарерских островов, точнее, футболистка, которая получила желтую карточку. Виктория Фунингстову. Левый крайний защитник. Мяч из аута ввела. Рейнслаг. Готовится мяч вести в игру снова. Ну и как на сей раз у Фарерок выйдет, из обороны выйти красиво. Да.
Красиво не получилось, но при этом, да, задачу выполнили, вышли. Николовска на партнера по команде. Да, вот, конечно, техническое оснащение, да, оставляет желать лучшего. Опять же, вот потеря, да, красноречивый момент. Даль Кристиансен на Бритту Расмуссен, и Бритта Расмуссен попадает в соперника. И Бритта Расмуссен опять же ведет мяч из аута. Бросает далеко. Аут. И Дризи. Да, здесь сумбур, конечно, такой мы наблюдаем сейчас. Ну и при этом, да, отмечаем, что все-таки мяч больше гостит на половине поля Фарерок. Выигрывает там воздух македонка, да, и опять же мяч к голкиперу Фарерок прикатывается в штрафную площадь, вводит она его на Фунингстову. Сорок первая минута, но не знаю, как вы, друзья, я, конечно, жду уже окончания первой половины. Во-первых, в Могилеве немножко так прохладно, но, во-вторых, ну, зрелище, конечно, не из самых позитивных на футбольном поле. Мы наблюдаем не самое зрелищное, поэтому, ну, вот, немножко так нужно отдохнуть от такого футбола. Да. Это, если что, шутка, но с долей правды при этом. Цепляется за мяч Цуклеска, Николовска, снова Цуклеска. И падает сейчас Оливера. Но рефери Дьяков на это не реагирует, да, и показывает красноречивым жестом, что, мол, дорогая, поднимайся, газон холодный, Могилёве. Даль Кристиансен. Неточная передача. Николовска. Цаклеска, ну и здесь им же помогает Радица Велькова.
И 2 минуты у нас остается до окончания первой половины. Но мяч по-прежнему, как вы видите, на половине поля сборной Фарерских островов. Ну и что здесь Соклеска, да, не все-таки не смогла она пройти Даль Кристиансен. Там поставила шлагбаум капитан Фарерок. Поэтому все нужно начинать сначала. Брос вперед. Ну и здесь опять же Даль Кристиансен с первой на мяче. У Николовски. Ну, я думал, может быть, она даже и попытается здесь пробить, может быть, через себя. Но это, наверное, была бы опасная игра, поэтому не решилась на это девушка. Ну и, может быть, нет у нее еще в арсенале вот таких вот технических моментов, технических навыков. Мой соска. Соклеска, подача, ну и первая на мяче Рейнслаг. Ну и давайте обратим внимание на Елену Конопляникову. Пока в ее руках табло не горит. Ну, может быть, скоро и загорится. Да, 1 минуту, не вижу я, команды еще проведут на поле могилевского Спартака вот этом первом тайме. К основному времени первого Даль Кристиансен играет вперед и точно это делает на Ольсен, но мяч уходит от Малены. Идризи. Николовска. Ну что, пройдет еще одна попытка угрожать воротам Фарерских островов. Да, Николовска бьет, но опять же по позиции Рейнслаг. Ну, я думаю, что Зяков вот после этого ввода мяча в игру рукой Рейнслаг может уже и свистеть. Да, слышим мы свисток. Ну что ж, друзья, отдохнем мы вместе с командами и вернемся в эфир на YouTube-канал Белорусской Федерации Футбола через 15 минут.
Друзья, мы возвращаемся в прямой эфир на YouTube-канале Белорусской Федерации Футбола для того, чтобы посмотреть матч второй мини-турнира группы B1 чемпионата Европы среди девушек до 19 лет между сборными Северной Македонии и Фарерских островов. 1-0 номинальные хозяйки ведут на 33-й минуте. Этот самый гол провела Теодора Николовска, 10-й номер сборной Северной Македонии. Да, она выделялась на фоне всех остальных. Ну, так я скажу, что Фарерки, в общем-то, очень просто действуют, да, в сегодняшнем матче. Может быть, это их такой фирменный стиль, да, очень просто, особенно в обороне. Мяч отправляют туда-вперед, ну и уже пытаются там где-то продавить, но получается у них мало, если честно, в сегодняшнем нашем матче. Да, по-прежнему с вами в эфире работает комментатор Андрей Ильиня. Давайте про состав еще раз. Сборная Фарерских островов, первый номер, голкипер Эйюбьорг Рейнслаг. Номер два, Малена Ольсен. Третий, Виктория Фунингстову, единственная обладательница по первому тайму желтой карточки. Четвертый, Вильямиос Даль Кристиансен, капитан команды. Шестой, Лив Руна Дотер, 7-й Санита Петерсон, 8-й Берита Расмусен, 9-й Джудит Расмусен, 11-й Эстер Эллинсгард, 13-й Сара Лидеренда, номер 16-й Мария Йохансен, главный тренер Петур Клеменсен. Сборная Македонии, первый номер вратарь Берна Кабакчи, 3-й Анида Идризит, 4-й капитан Эдина Сулеймани, 6-й Анна Мельчевская, 7-й Виктория Недзева, 8-й Эра Стаблева, 9-й Тея Боженоска, 10-й Теодора Николовска, вот та самая, кто голом отличилась, 11-й Оливера Цоклеска, 13-й Радица Велькова и номер 15-й Кристина Мойсоска, главный тренер Астрид Мерка, ну и бригада арбитров, Полька сегодня главная на поле, зовут ее Михалина Дьяков, Кинга Квитовска, ее помощница и первая соотечественница, вторая помощница белорусская Валентина Соколович. Да, ну, мало, конечно, осмысленного футбола мы с вами увидели в первом тайме. Будем надеяться, что, может быть, что-то все-таки поменяется. Хотя, ну, на самом деле, надежды маловато на это. Ну, так, немножко так вот в центре поля пытаются какой-то действительно футбол, да, играть, а не в бей-беги македонки. Ну и, наверное, за счет этого, вот, кстати говоря, они ведут нашей сегодняшней игре. Идризи. На Стаблеву. Стаблева передает мяч партнерше по команде. И вот снова этот длинный заброс. Ну вот сейчас мяч зацепилась Велькова. Стаблева назад. Ну и да, вот все на этом. Просто вот видите, опять же сейчас мяч на ноге у центрального или крайнего защитника Фаререк. Ну и она его просто вперед, даже можно сказать, что и не глядя, его туда отправляет. Ну и снова, видим мы, все-таки, я думаю, что будут владеть инициативой уже до конца игры македонки. Ну и, наверное, Астрид Мерко, их главный тренер, может быть доволен. Кабакчи
вступила в игру, да. Ну, конечно, по такой погоде тоже вот надо, чтобы мяч и до вратаря доходил, иначе есть вероятность, что заболеть можно. Вот, ну, очень холодно в Могилеве сегодня. И снова Кабакчи в одно касание на своего защитника играет вратарь. Ну и наконец-то можно мяч в игру вводить, да, вот там какие-то проблемы возникли, но наконец-то мяч пришел к тому, кому должен был. В одно касание, да, вот здорово, вот то, что нужно. Николовская проходит она соперницу, ну и нужно сейчас Теодоре обострять положение, но она вот просто падает на пятую точку, да, и так очень недовольна была сама собой. Ну и поддерживает ее Астрид Мерко. Сейчас вот так похлопал, повернувшись к ней лицом, да, ну это было очень видно. Ну и в принципе это очень хорошо заметно. В принципе всех своих девчонок тренер подбадривает, он весь в игре, это очень хорошо. Ну балканский характер опять же никуда не денешь. Попытка Фаререк пройти к чужим воротам. Не получается ничего абсолютно. Ну и нужно быстро сжимать эту пружину. Здесь в центре поля снова же идет пас. Да, и все на этом. Да, где фланги? Вот хочется спросить, в принципе, у обеих сборных. Как-то они уж очень так мало задействованы сегодня. Вбрасывает вперед игрок сборной Фарер. Сулеймани вбрасывала, но ничего. Из этого не получилось. Да, и капитану македонской сборной придется этот аут повторить. Ну что, видим мы штрафной удар очередной. Много били, кстати говоря, со штрафных. Прям чуть ли не с центра поля от футболистки обеих сборных.
Ну, сейчас не удивлюсь, то же самое мы увидим. Да, это скорее все-таки удар, но удар очень-очень-очень неточный. Наносила его, кстати говоря, Виктория Недева, седьмой номер. Рейнслаг отправляет мяч. Вау, да, там не смогла за него зацепиться Эстер Эллинсгард. Даль Кристиансен. Теперь ее очередь, я так полагаю, сейчас мяч отправить туда ближе к воротам, но уже со своей половины она точно не будет бить, да? Или все-таки это стоит засчитать за попытку удара с, ну не знаю, сколько, со скольки, с 50 метров, что ли? Ну да, просто диву, конечно, даюсь я, друзья, я думаю, что вы тоже. Если вы, конечно, смотрите этот поединок, интересно, сколько нас вообще в лайве его смотрит. Ну, в любом случае, на Фарерских островах и в Северной Македонии, да, следят. Может быть, только мало понимают из того, что я говорю, но тем не менее. 57-я минута, 1-0, Николовска отметилась этим пока что единственным голом в матче. Сулеймани аут. Вбрасывает на Цоклеску. Снова Цоклеска. Поперечная передача. Мяч приходит к Стаблевой. Ну и потеря. И сразу же вперед. Ну вот куда только, единственное. Ну просто безадресная передача. Ну просто, ну нельзя так играть в футбол, я считаю. Ну безалаберно сейчас действовала. Вот я так полагаю, что это была... 11-й номер, да, сборной Фарерских островов, Эстер Эллинсгард. Нет, это восьмерка, да, восьмерочка. Брит Тарасмусон. Правый защитник, ну, очень, очень просто до неприличия играют девушки из Фарерских островов. Ну и здесь нарушила правила Фарерка, будет штрафной удар. Штрафной удар в сторону ворот Рейнслаг. Ну, отсюда, я думаю, уже точно. Уже, наверное, 70 метров по воротам бить не будут. Замена в составе сборной Фарерских островов готовится. Но будем вообще про рокировки, наверное, рассказывать по порядку. Давайте смотреть. Номер 14 выходит на футбольное поле. Анита Далину вместо 9 номера Джуди Трасмусон.
кругленькая девушка, если честно, Анита Далину. Ну, мне кажется, да, может быть, какие-то имеет она, ну, не знаю, арабские, может быть, какие-то такие арабские корни, да. Ну, не буду ждать, не знаю. Анита Далину. Виктория Фунинг к столу вбрасывает из аута, но там спокойно мячу дает выйти Кристина Мойсоска. Какой выстрел шикарный от Фарерок, да, и это спасение от голкипера. Я думаю, что, может быть, вы на повторе увидите, да. Опаснейший был момент, и выручает свою команду Берна Кабакчи. Угловой подают его девушки в бело-синей форме. Удар поворотом, еще один, но он не точным и не сильным оказывается, а пробивала Берита Расмуссен. Правый защитник сборной Фарерских островов. Насколько я понимаю, да, именно на этой позиции она выступает. Но строго так, девушки, здесь четверка защитников в линию выстраивается вот в центре поля. Ольсен играет головой, и мяч снова приходит к Абакчи. Ну да, та вот так полежит на мяче, и, конечно, вот свои, опять же, там несколько мгновений вот для команды выиграет. Команда ее везет, но преимущество зыбкое, 1-0. Хорошая передача, но никто к ней не успевает, и Рейнсланг. Забирает его в руки и наверняка сейчас постарается сильно вперед вести. Ольсен. Ну да, это очень сильно. Да, ну и... так по мячу приложилась Сарита Петерсон, что сломала сидушку на стадионе «Спартак». Да, придется работникам стадиона заняться ремонтом немножко кресел для сидения после матча. Ну что, Николовска, выход 1-1? Нет. Нет, ну это можно, конечно, за удар посчитать. Ну так, с большой натяжкой. Выносит вперед Рейнслаг.
Выбрасывает вперед. Игрок сборной Фарерских островов. Да, и нарушение правил фиксируется арбитрами. И Бритта Расмуссен у мяча. Нет, у мяча Даль Кристиансен, капитан сборной Фарерских островов. Просто вперед, в борьбу. Ну и тут снова хаос, от которого уже, если честно, подташнивает. Малость. Ну, друзья, согласитесь, что, ну, футбола мы сейчас просто не видим. Как такового, да, есть попытки что-то тут продемонстрировать. Ну, уровень, конечно, команд, не знаю, слабый. Уж не знаю, как они будут на фоне там сборной Кипра. Это я не к тому, что белорусские тут должны всех громить. Нет. Тут, знаете, мяч круглый, а поле ровное. Но как-то уж совсем. Я большего ожидал. Наверное, что от Фареры, что от Македонок. Не знаю, как вы, друзья. 67-я минута. 1-0. Уходит мяч, да, за лицевую. Ну и вот опять же стандартное положение. Именно после стандарта и ошибки Эйюбьорг Рейнслага удалось Николовске отличиться. Но сейчас как раз таки Фарерки имеют шанс побеспокоить или либо же вовсе огорчить Кабакчи. Подача в штрафную. Удара пока что нет. Отбиваются македонки. Ну и все. Да, мало, конечно, осмысленности. Уже повторяюсь не единожды, но как бы как есть, так есть. Тут, может быть, вот Николовска выделяется на фоне всех остальных. И то как-то во втором тайме не особо, что называется. Ну а у Фаререк-то и выделить некого. Успевает здесь первая к мячу Бритта Расмуссен, и его в аут отправляет. Ну и Далинум. Футболистка, которая совсем недавно на поле появилась. Ну да, вот хорошую-то задумывала она передачу туда в направлении Марии Йохансен. Но исполнение, конечно, подкачало Удалину. Да. Сложно, сложно, конечно, приходится девушкам. Не знаю, может быть, опять же, это фактор первого матча, фактор волнения. Но не думаю я. Все-таки уже команды провели практически 70 минут на футбольном поле. Ну, значит, таков их уровень. Вбрасывает вперед капитан Сулеймани. Мяч под контролем македонок. Ну вот, немножко что-то у них получается. Правда, сейчас вступила в отбор Йохансен. Но ни к чему это не привело. Идет вперед Велькова. Пас на 9 номера, на Божиновскую. Николовска, да, прошу прощения. Ну и что там? Было нарушение правил, но это штрафной, конечно, не пенальти. Штрафной удар и перспективный, кстати.
Сейчас мы с вами посмотрим, как этим распорядиться, собственно говоря. Этим стандартным положением сборная Северной Македонии. Ну что ж, смотрим. Идризи исполняет его. Да, направляла мяч, хотела обхитриться на голкипера Рейнслаг в ближний угол, но не попала. Ну вот левой ногой Идризи удобно было исполнять этот штрафной удар. Только вот чуть-чуть, да, мастерства не хватило докрутить. Так бы уже и 2-0, и гораздо легче бы македонкам дышалось. Заброс на Николовскую, выходит из ворота Рейнслаг. И мяч забирает. Не торопится Рейнслаг. Не знаю почему, все-таки ее команда проигрывает. Ну и вот единственную замену пока Петур Клеменсен провел. Ну а Астрид Мерка не торопится. Ну вот в первом матче между сборными Беларуси и Кипра сегодня оба тренера все замены свои использовали. По 5 их. 5 их можно провести каждой команде. Идет вперед. 11 номер. Эстер Эллинсгард. Но просто так и Идризи не пройти. В подкате она мяч выбивает за пределы поля. Еще одно нарушение. Удар поворота, ну и сейв, видимо, Рейнслага пробивала. Это самая Николовска, да? Ну, все-таки, да, вот эта девушка, конечно, выделяется на фоне остальных. Хороший был момент, динамичный очень, таких мало в нашем матче. Ну и Рейнслаг на сей раз себя и свою команду не подвела. Смотрите, да, какая скучность игроков в центре поля. Еще один удар поворотом. Ох, и снова ошибается Рейнсланг. Ну, что ты будешь делать, да? Вот обычный удар. Ну, просто вот, ну, я не знаю, каким его можно назвать. Виктория Недева. Просто, как всегда, просто в сторону ворот отправляла предмет игры, да. И так вот Рейнсланг ошибается. Вроде бы почувствовала она мяч, да, сделала сейв, вот, там, буквально сколько прошло, минуту назад, ну и первое на добивание подоспело. Кто там был, я так понимаю, что это была Эра Стаблева, 8 номер, да, ну и сразу же в объятия она бросается после своих подруг по команде, в объятия главного тренера Астрита Мерко, как под копирку, собственно говоря, голы, да. Что в первом тайме, когда Николовская отличалась, что сейчас на 74-й минуте, когда забила Эра Стаблева.
Да, ну и положение сборной Северной Македонии становится еще лучше. On the 17.5 minutes goal for team, North Macedonia scored by number 9, Thea Bozinovskaya. Ну, Thea Bozinovskaya, да, вот диктор по стадиону объявляет, ну а к тренеру там помчалась как раз-таки Эра Стаблева. Если я, может быть, ошибся, да, не рассмотрел как следует, но да, будем доверять диктору. Бозинovskaya сделал счет 2-0 на 74-й минуте. Да, у македонок настроение еще более улучшилось, и можно спокойно вот оставшиеся 14 минут провести. Далинум. Да, ну нужно, наверное, какой-то попытаться все-таки навязать какую-то борьбу, навал организовать, что ли. Ну, я не знаю, на что просто способны вот эти вот фарерские девушки, эти фарерские футболистки. Уже 0-2 для них. И все очень печально. Особенно вот исходя из происходящего на поле, вот в их исполнении. Состояли замены в команде Фарерские острова. Substitutions for team Faroe Islands. Вместо игрока под номером 8, player with number 8, Берита Расмуса. На поле вышел игрок под номером 15. Has been replaced by player with number 15, Яран Туни Петерсен. Вместо игрока под номером 16, player with number 16, Мария Йоханссон. На поле вышел игрок под номером 5. Has been replaced by player with number 5, Кристина Деналсдатир Газдаль. Кристина Газдал под 5-м номером и под 15-м Йорун Петерсон. Это футболистки, которые вышли на поле вместо Бериты Расмуссон и Марии Йоханссон. Еще две замены, всего три провел Петур Клеменсон, да? Так, именно этого специалиста зовут. Ну, посмотрим, как вот вышедшие на замену смогут себя проявить. Ну и рокировка своя есть, готовится у Астрита Мерко. Штрафной удар тем временем. Мы все, конечно, в ожидании. Находимся, как на сей раз поступит футболистка Фарерских островов. Это у нас Малена Ольсен, второй номер. Фактурная девчонка. Да, и так вот. Ох, и да. Ну, здесь опять же положение вне игры. Хотя, знаете, вратарь опять же вот ошиблась. Как будто, ну, я имею в виду Берну Кабакче, вратарь македонок. Как будто ответила вот взаимностью своей визави в противоположной рамке. Ну, благо, что вот в первом тайме у нас уже был момент, когда в эти ворота забивался мяч. Но он был отменен из-за офсайда. Сейчас произошло то же самое. Ольсен первая в воздухе. Далинум. Но это безадресно. Ждем мы замену, пока что очередной фол. Под 17 номером, я так понимаю, Божана Петкова выйдет на поле вместо Оливеры Цоклески, игравшей под 11 номером. Ну, Цоклеска была заметна, больше в подыгрыше она действовала, старалась доставлять мяч Николовске, да, но, ну... В общем-то, ну, на четверку она сегодня наиграла, как по мне. И выходит на поле, еще раз скажем, Божана Петкова. Substitution for team North Macedonia. Вместо игрока под номером 11. Player with number... Баяна Петкова. Оливера Цоклеска. На поле вышел игрок под номером 17. Has been replaced by player with number 17. Баяна Петкова.
Вот Баяна как раз-таки с мячом сейчас устремляется вперед Петкова. Ну да, достаточно быстрая девушка. Ну, ей тут сразу с двумя пришлось сражаться. Это оказалось сложной задачей, поэтому мяч был отправлен назад. 9 минут до конца. 2-0 впереди македонки. Ну и, соответственно, если все так закончится, то на первом месте после первого тура будет сборная Белоруссии. По 3 очка она наберет вместе с Северной Македонией, но вот за счет лучшей разницы мячей окажется впереди. Ну и что касается следующего тура, пройдет он 23 октября. Фарерские острова, Кипр. Этот матч начнется в 13 часов на стадионе «Спартак» в Могилеве. Здесь же, ну и потом в 7 вечера Беларусь-Северная Македония. Угловой удар. Мы сейчас увидим, сколь будет остро у ворот Рейнслаг. Но уже две фатальные ошибки она допустила. Розыгрыш на сей раз последует. Николовска, подача. Ну и до удара дело не доходит. До акцентированного удара, будем так говорить. И Рейнслаг выносит мяч, вроде бы точно, но там как-то партнерши, ну, не реагировали слишком уж рьяно на эту передачу, поэтому ее не смогли обработать. Мяч у македонок. Далину пошла вперед. Ну и мяч потеряла. Ну и что, Николовска, да, еще один угловой показывает Валентина Соколович. Заработала для своей команды. Сама же его и подавать будет. А, там нужно зашнуровать бутсы, поэтому у нас такая вот небольшая пауза. Угловой, видите вы, сколь неудачно был подан. Рейнслаг. Сулеймани. Ну и просто, очень просто, опять же, вперед играет шестой номер Анна Милчевска, центральный защитник. Ну и что здесь? Петкова, вышедшая на замену. Нет, до удара пока у нее дело не дошло. Но это попытка пробить от футболистки под восьмым номером Эры Стаблевой. Той самой, которой я не гол приписал, да, почему-то. Но все-таки у нас Божиновская отличилась вторым голом на 75-й минуте. Thank you.
Мельчевска. Вперед. Передача назад. Ну и на сей раз Сулеймани, да, находит Николовскую. Ну что там, да, пенальти будет у нас, потому что мяч там попадает в руку защитнице. Если будет у нас повтор, хорошо вы это увидите. Попадает он в руку Сарице Петерсон. Ну и пенальти еще вот в довесок ко всем проблемам Фарерок в их ворота назначается. Ну и кто будет его исполнять? Да, отправляют его выполнить Кристину Майсоску 15 номера. Сегодня уже с точки отличалась Наталья Смыкович. Ну, посмотрим, как выйдет у Майсоски. Может быть, у Рейнслаг получится отразить этот удар. Кто его знает? Давайте смотреть. Ну, здесь, конечно же, Михалена Дзьяков, арбитр, все разъяснила девушкам, что до удара в штрафную ни в коем случае вбегать нельзя. Ну, и только вот сейчас она даст свисток. Удар и 3-0. 3-0. Майсоска на 87-й минуте делает счет именно таким. Да, ну, конечно, этот матч удался македонкам больше, естественно. Ну и замены. Давайте смотреть. Две девушки в составе сборной Фарерских островов появятся на поле. Место шестого номера. Так, шестой номер у нас с игры уходит. Это Лив Рунадотер. Не особо она была заметна. Но и также вне игры, кажется, оказывается у нас Виктория Фунингстоу. На ее счету желтая карточка. Ну а кто на поле появился, мы сейчас зафиксируем тоже. Йовин Аскарджи под 10 номером и также 18 номером Нэнси Эйнерсон. Вот такие футболистки вышли на поле. Ну и, соответственно, все замены сделаны Петуром Клеменсоном. Ну а сейчас нарушение правил. И назначается удар в сторону ворот Берны Кабакчи, голкипера сборной Северной Македонии. И в составе этой команды тоже будет двойная рокировка очень скоро. А может быть, даже прямо сейчас. Да, позволяет это сделать Михалена Дзьяков. Уходит с поля девятый и десятый номера. Это у нас Теодора Николовская, как раз таки и Тея Божиновская. Те девушки, которые первый и второй гол провели в нашем матче. Ну и 16-й, соответственно, 16-й и 2-й номера, да, выходят на футбольное поле. Это Мия Головска и Александра Ивановска. А Майсоска отличилась с пенальти на 86-й минуте. Ну что, штрафной удар. Может быть, это будет попыткой, хорошей, удачной попыткой размочить счет у Фарерок. Ольсен бьет, или это все-таки на сей раз была подача, но подача, если это была таковой, то неудачной она оказалась. И подходит время к окончанию основное. Ну и что там нам явит на табло Елена Коноплянникова? Три минуты. Еще будут футболистки проводить на футбольном поле. Вместо игрока под номером 9, player with number 9, Тея Базнедорска. Аут в пользу сборной Северной, с пользу сборной Фарерских островов. Еще раз нужно будет это сделать. Вместо игрока под номером 10, player with number 10, Теодора Николовска.
На поле вышел игрок под номером 2. Эллинсгард. Александра Явановска. К основному времени второго тайма добавлено минимум 3 минуты. At least 3 minutes have been added to the main time of the second half. Ну, я думаю, что сейчас, вот как находясь на чужой половине, да, македонки, конечно, торопиться не будут. Тем более, что, ну, скорее всего, уже одна из трех комментированных минут прошла. Далинум. Ну, опять же, прямолинейно играет, теряет мяч 14 номер сборной Фарерских островов. И к тому же и правила, судя по всему, нарушила Далинум. Виктория Фуникс-Дотов. На поле вышел игрок под номером 18. Has been replaced by player with number 18. Нэнси Янасов. Давайте посмотрим. Штрафной удар. Ну, неужели и сейчас будет прямой выстрел? На поле вышел игрок под номером 10. Да, так оно и есть, но это не опасно. Не опасно. И... Ну зачем? Вот просто зачем так делать? Я не представляю. Виктория Недела. Та самая футболистка, вот после удара которой ошиблась второй раз. Рейнслаг и мяч добила. Божиновска на 75-й минуте. Сулеймани. Аут будет. Вбрасывать мяч из аута, да, так нужно говорить правильно. Пошла вперед, вышедшая на замену Баяна Петкова. Она уже здесь справа оказалась, до этого мы ее видели слева. Но так меняет девушка фланги, почему бы и нет. Сулеймани, снова процедура вбрасывания мяча из аута. И мяч уходит от Петковой. За пределы поля. Ну, в этом матче все понятно, да. Конечно, долго вкатывались и македонки в матч. По-моему, так в него и не вошли как следует до конца игры Фарерки. Ну и, соответственно, счет 3-0, две грубейшие ошибки голкипера. Ну и, соответственно, пенальти реализованы. Отличались Николовска на 33-й минуте, Божиновска на 75-й и с пенальти Майсоска на 86-й. Поздравляем мы, конечно же, сборную Северной Македонии с этой победой. Ну и, друзья, 23 октября, еще раз скажем, два у нас матча пройдут второго тура этого мини-турнира. В 13 часов в Могилеве на стадионе «Спартак» встретятся Фарерские острова и Кипр, а в 19 часов белорусские и северомакедонки. Большое спасибо, для вас работал Андрей Ильяня. Всего доброго. Желаем вам благополучного возвращения домой и надеемся увидеть вас в ближайшее время.